Всем привет! И это видео про старую первую школу. Видео чисто снято для кто смотрит все наши видео, поэтому мы даже не рассчитываем, что будет много просмотров, каких-то комментариев или чего-то. Пришли поснимать, что осталось от старой первой школы, в которой учился я. Ну чё, Серега, скажи всем привет. Это вот все, что осталось от старой первой школы, в которой я учился. И теперь вместо нее вот такой лес. Вон там, вон, где в красном идет женщина, там стоял памятник старшеклассникам, которые, насколько я помню, со школы ушли сразу на фронт. Сейчас вот мы покажем, где этот памятник на самом деле теперь. В общем, памятник стоял где-то вот здесь. Может быть, вот здесь даже где-то. Потому что он как раз напротив входа был. А вход был относительно той, примерно где-то вот здесь. Ну да, раньше церковь была банком. И, соответственно, вот здесь где-то это дело все и было. Блин, не провалиться бы. Ну да, вот, кстати, это. Остатки от школы тоже. Все правильно. Вот лестница. Во, остатки лестницы. Значит, я правильно сказал, памятник был вон там. Я вот и не знал, что здесь тоже куски стены остались. Да у них гнезда здесь все скорее. Вот сел над нами. Ну как? Ощущения от старой первой школы? Да вот и намеков нет. Не, ну понятно, для тебя нет. А для кого-то это была целая эпоха. То есть вот здесь был угол школы. Вот так шло туда. Здесь обычно на заднем дворе был металлолом. И мы бегали сюда на поезда смотреть на переменах. Но это когда были маленькие. Ну логично. В то же время не было никаких интернетов, ничего, и просто приходилось занимать. Вот сейчас правильно Серега подметил, что раньше не было интернетов и всего прочего, и заняться нам нечем было. Поэтому мы бегали смотреть поезда, да? Тут бы надо толкнуть пафосную речь. Вот даже есть постамент для толкания речи. Я же говорю всем, что сейчас время безопаснее. Все ругают детей. Интернет, интернет, интернет. Я согласен, меня тоже не устраивает, что Серега постоянно сидит в телефоне. Про компьютерные игры я уже говорил. Никакой агрессии они не вызывают. Все сейчас насмотрятся постановок в телевизоре, да, и начинают: вот это все компьютерные игры, а чё ж вы ходили деревня на деревню, колами друг друга били с гвоздями, когда не было интернета и компьютерных игр? Вот реально, у нас постоянно деревня на деревню дралась,
микрорайон на микрорайон, хотя у нас город-то маленький на карте. Это, наверное, они в видеоигры переиграли, да, когда их не было. Бред это все. Как бы все косвенные доказательства указывают на то, что интернет и видеоигры здесь ни при чем. Компания Pepsi нам не платила за рекламу. Мы и не рекламируем. Заблюрим потом. Да. Пошли теперь к памятнику, который валяется вон там, на том конце, весь в груди мусора, в бутылках и прочей. Ну, сейчас сами все увидите. Этот памятник. Они, конечно, будут говорить, что они там у новой первой школы поставили другой памятник. Но вот как по мне, вот этот можно было сохранить просто здесь, как, я не знаю, не культурное наследие, а напоминание. Ну, в общем, я считаю, что можно было его оставить там. Не так уж дорого его иногда было покрасить. Все-таки это первый был вот этот памятник. Этим погибшим школьникам просто мне добавить сейчас больше нечего. И остался единственный вот гараж от старой первой школы. Его каким-то чудным образом никто не разобрал и не спер. Школу в свое время объявили аварийной. И тут был целый бизнес. Она была двухэтажная, постройка старая, потолки высокие. Она, наверное, я думаю, тянула этаж, ну сколько, этажа на 4 точно. Да. И получается, что? Тут были стены разбиты по секторам, и тут была драка за кирпичи. Кто будет скорпелью отшибать и продавать? Сюда приезжали люди, там, мне набейте, там, к примеру, 2000 кирпичей. И вот сидели пацаны, мужики и скорпелями разбирали эту школу. Вот так она была демонтирована. Можно сказать, бесплатно. Даже, наверное, на этом кто-то подзаработал. Помимо этих ребят. Ну а вот гараж. Я уже не помню. Остались у меня исходные файлы с ночи. Блин, на пружину какую-то наступил. Если с ночи остались исходные файлы, я с ночи вставлю просто. Нам не хочется сейчас лезть опять по этому шиферу и там снимать, что это. Там ничего нет. Может, там опять какой кошак лазит. Хрен его знает. Тир, пойдем смотреть? Наверное. Старый. Ну, пойдем, выключай. Вон вам отсылка к матрице. Женщина в красном. Как там в фильме говорилось, куда ты смотришь, да? Ловись, хрен. На женщину в красном, да? Вот этот старый школьный тир, он был целиковый вот с той постройкой. Мишени стояли вот в этой части. Оттуда вон заходили и там стреляли. Сейчас посмотрим, что внутри, там все давно разбомблено. Это был склад училища потом. А вот это еще, смотрю, половина закрыта. Значит, там что-то есть. Ну да. Здесь уже вон все. Я надеюсь, эта вот стена не упадет, когда я туда полезу. По всему этому срачу. Жестко, конечно, тут жестко. Раньше вот там вот стояла эта стойка у тира. И вот они бахали через весь этот. А сейчас здесь вон дети катаются по асфальту. Я далеко не пойду. Смысла нету. Вон здесь фанфуриков сколько. Кто-то на ура тут развлекался. Что тут по стенам-то есть? Какие ценные надписи, кроме «Спартак»?
Так, крыша вроде надежно держится. Не должно меня завалить-то здесь. Так, вон опять кто-то кого-то любит. Дело было в 21-м году. Интересно, они еще любят друг друга? Да, уже этих переделок я не застал. Это уже училищные пристройки. Ты под ноги только смотри, чтоб тебя не это. Ноги, ноги, смотри, гвозди могут быть. Ну вот здесь уже более убитая. В таких тапках тут и лазить по всем гвоздям, по всему. Вон они торчат. Слышь, сюда не ходи, тут гвоздей вообще тьма. Опа. Так. Блин. Да. Прикольно. Так, как говорится, и развалился весь Советский Союз. Ну-ка, не, устойчиво вроде. Вот это, кстати, крыша ненадежная. И она приколочена снизу. Поэтому ей меня как бы может и привалить. Вот это, конечно, минус этого заведения. Кофточка никому не нужна, моднёвая. Вот это был вход, самое начало в этот школьный тир. Ну, здесь кроме срача смотреть уже нечего. Ладно. Ну, наверное, про школу все. Он сайт цифра 1 у нас здесь. На столбе. Вон там, который короткий. Вижу. Ладно, погнали. Включить? Да. Куда-то из кадра выпал. У нас получилась просто прогулка. Скорее всего, мы, наверное, больше снимать не будем. Все, что хотели, сняли. И даже, что не хотели, сняли. Встретили даже тех, кого не ожидали встретить. Так что так.